Александр Лукашенко направил Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе на Камчатке. Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли трагическое известие. Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал их семьям мужества и стойкости в эти нелегкие часы. Президентский спортивный клуб запускает новый масштабный проект. Он стартует сегодня и будет направлен на поддержку здорового образа жизни белорусов. Так, в Борисовском районе на базе Лошницкой гимназии откроют воркаут-площадку, заниматься на которой смогут не только подростки, но и взрослые, в том числе с ограниченными возможностями. Подобные сооружения в будущем появятся во многих уголках страны. В Беларуси началась уборочная кампания. Собрано уже около 7 тысяч тонн зерна. Урожайность составляет 46,5 центнеров с гектара. Жатва идет в трех регионах – Гомельском, Минском и Брестском. Последний, к слову, по темпам на молоту и урожайности на данный момент лидирует. С 22 июля закрывается автобусный маршрут номер 23, который следовал по пути от улицы Дзержинского до Георгиевского проспекта. В автобусном парке номер 2 объяснили, это связано с крайне низким пассажиропотоком. В Бобруйске пройдет культурно-спортивный фестиваль в Итоке с 15 по 17 июля. Горожан ждет насыщенная программа. Каждый желающий может принять участие в соревнованиях и спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. В завершении всех ждет вечерний гала-концерт с участием групп Jazz City Band, By City, Дрозды, арт-группы «Белорусы» и других исполнителей.